Здравствуйте, примите, пожалуйста, ориентировку на пьяного водителя. Алло. Ты посмотри, какой он. Ты вот по Урицкого едем, он тут вообще уралился. Все, спасибо большое. А вы сейчас пьяный? Да, подвыпивший. Я не отрицаю. Я понял. Подвыпивший. То есть, в принципе, вы можете считать себя коллегами с ним. Почему? Вы вот его вот поймали, все остальное. Но. Одно есть но. Скажи, пожалуйста. Тебе принципиально что? Что именно? Ну, а то, что я шлагбут. Ну, ты пьяный за рулем ехал. Согласен. Это принципиальный вопрос. Для тебя. Естественно. Я думаю, для любого нормального человека. Здравствуйте, меня зовут Вадим Серов. И вы на канале общественного движения «Дорожный контроль». Мы занимаемся общественной деятельностью и оказываем квалифицированную юридическую помощь. Дорогие друзья, не забывайте оставлять комментарии под видео, ставить палец вверх. Если вы еще не подписаны на наш канал, то обязательно сделайте это прямо сейчас. Ну и, конечно же, буду очень благодарен вам, если вы распространите этот сюжет максимальному кругу лиц. Он сейчас поедет, похоже. Реально, он поехал, прикинь. Он поехал. Здравствуйте, примите, пожалуйста, ориентировку на пьяного водителя. Автомобиль Шкода Октавия Ольга 941 Виктор Харитон 136 регион. Белого цвета. Ты посмотри, какой он. Ты, он по Урицкого едем, он тут вообще уралился. Он сейчас на проспект Труда, скорее всего, идет. Он остановился у Росапа здесь, на проспект Труда. Но он вообще не вменяем. Да посмотри, адрес здесь какой. Сейчас адрес скажем. Есть. Да, конечно. Все, вот экипаж. Вот он. Вот давай. Вот он. Все, спасибо большое. Все, видео беспрерывное, так что смело можно его. Все, 03-23 подъехал. Вон он. Здравствуйте. Да не волнуйтесь. Документы, на машину, на автомобиль и водительское удостоверение. А вас никто не снимает. Фиксируют действия сотрудников полиции. Нет,
Я же говорю, фиксирую действия сотрудников полиции. Я прошу меня сюда не застрять. Да вас никто не застрял. Вы сами сейчас застряете. Вы лучше прислушайтесь к тому, что говорят сотрудники полиции. Вы лучше сами прислушайтесь. Я вас прошу не снимать. Я вас услышал. Внимание. Вы не обращаете действительно внимания на меня. Поверните налево. Затем поверните налево. Только у тебя. Нет, видно, выпиши. Видно, выпиши. Я, да, он я... говно, а не выпиши. Ну, он выпиши, да. Прям нормально выпиши. Да. Реально выпиши. Ну, я не сажусь в таком состоянии здоровья. У меня права есть, я не сажусь. Правильно. Правильно. Ради бога. Что? Ну, что, все видите. Да мы так все хорошо видим. Там самое главное, что понятые все видели. Скажите, что вы здесь наблюдаете, что здесь происходит? Ну, я понимаю, наблюдаю два автомобиля, ДПС, 0636. Подождите, перебью. Можно вас возле патрульного автомобиля? Чтобы... Пожалуйста, ради бога. Да. Пожалуйста. Давайте. Вот. Пожалуйста. Вот. Один патрульный автомобиль по 0636, 34 региона. И, собственно говоря, сейчас 0323. Точно 0323. Точно, а? Там, ну, правильно. 0323, 36-й регион. С буквой В. Вот. Патрульный автомобиль. Вот. Ну, получается, как бы в процессе того я был. Водителя задержали, видимо. Я понимаю, в состоянии алкогольного опьянения. Вот. А вы сейчас пьяный? Да, подвыпивший. Я не отрицаю. Я понял. Подвыпивший. То есть, в принципе, вы можете считать себя коллегами с ним? Почему? Я не считаю. Если он выпивший, то я подвыпивший всего лишь. Подвыпивший. Подвыпивший. Шел до, ну, домой хотел подойти. Вот. Ну, зашел, это самое... взять кофе, А что взяли-то вы? Да вон, макароны взял. Девчонки, с которой только недавно познакомился сегодня. А, жена ваша? Девчонки, с которой недавно познакомился сегодня. А, просто говорили недавно. Я просто у девушки сегодня покупал цветы. А, вы цветы купили? Да. Именно да. Вот. А еще, получается, сегодня же опять... повезу цветы бабуле своей и матери. Вот. Ну, по цветку. Вот. Сейчас дело немножко о другом, да, о пьяном. В смысле о пьяном? Ну, о пьяном водителе.
Да, я понимаю, вы вот его вот поймали, все остальное, но одно есть но. Как бы я вот не считаю вот нужным, чтобы прям сразу отнимать у него права и все остальное. Может быть, он осознает все-таки это. И в дальнейшем не будет это повторять. Я так думаю. Я понял. Вот. Ну, тогда в рамках административного дела будет ваше объяснение приобщено. То есть, что вы думаете? Я надеюсь, все-таки он поймет на самом деле вот свою вину и осознает. Вот. Я надеюсь, я ничего плохого не сказал. Ну, я думаю, да. Как вас звать? Александр. Александр. Понял вас. И это все будет на видео и все остальное? Да, новости, Воронеж. Должна быть исключена возможность ущемления интересов населения. Мне только недавно мне сделали прикол, конечно. Ну, это мои ребята на заводе. А теперь это будет еще и в новостях? Да, в новостях будет. Ё-моё. Как будет? Ну, осмотрительнее и как бы придерживаться правил дорожного движения. Я вас понял. Вот. Ну, то есть вот так. Все хорошо. Так, здравствуйте, понятые. Сегодня у нас 26.07.2020 года. Перед нами водитель автомобиля Шкода Октавия Ольга 941 Владимир Харитон 136. Управлял Ломов Сергей Владимирович. Сейчас ему будет в присутствии вас предложено пройти свидетельственное состояние алкогольного опьянения на месте с помощью алкотектора Юпитер 2.0.34.13. Так, Ломов Сергей Владимирович, вы согласны пройти свидетельство? Перед началом свидетельства ознакомлюсь со статьями 51 Конституции Российской Федерации о том, что вы имеете право свидетельствовать о СМС и своих близких родственников, круг которым привел закон. И статья 25.1 о том, что дело возбуждено в отношении вас, вы имеете право подавать ходатайство отводы, пользоваться юридической помощью защиты. Вам ясны ваши? Я нажимаю старт, обхватываете ну стоп, двумя губами и дуете пока сигнал. Вот эти. Нет, не половы. Все, сейчас. Нет, это типа очень много. Все. Так, идет анализ. Это бывает, но это очень много. Так, результат у нас освидетельствования показал 0,895 тысяч миллиграмм на литр. А покажите, пожалуйста. Понятые, вот смотрите, пожалуйста, вам видно? Вам видно? Видно. Слева, мы с результатом согласны? Расписываться будете материал? Все, состояние опьянения у нас установлено. Скажи, пожалуйста. Тебе принципиально что? Что именно? Ну, то, что я шлагбаум. Ну, ты пьяный за рулем ехал. Согласен. Это принципиальный вопрос. Для тебя. Естественно. Я думаю, для любого нормального человека. А ты меня по имени назвал, мы знакомы? Что? Ты меня по имени назвал, мы знакомы? Я узнал твое имя. А, я понял, думал, может, мы знакомы. Да нет, мог бы просто поинтересоваться и все. Нет, я, мне нечего скрывать. И в YouTube меня выложишь. Но у нас есть свой канал «Общественное движение дорожный контроль». Если не слышал, как раз ознакомишься с нашей деятельностью, чем мы занимаемся.
Я просто против вашей деятельности ничего не имею. Ну, хорошо. Это хорошо. Ну, в воскресенье спать и ездить, блядь, что-то выискивать. Я просто как-то... Чего выискивать? Пьяных водителей? Это плохо? У меня есть выходной, который я могу потратить на это. Ты решишь, что эти? Я что решу? А я должен что-то решить. Ну не знаю, в этом прикол состоит. Ищешь. Какой прикол? Мы о приколах не говорим здесь. Ну, допустим, вот конкретно тебя. Скажи, ты в следующий раз сядешь за руль пьяным? Не сядешь. Скажи, это эффективность нашей деятельности будет являться? Не будет эффективностью? Нет. А если бы тебя сейчас не оформили, ты бы второй раз бы поехал? Нет. Ты уверен в этом? Нет. Ну, если ты один раз поехал, тебя не наказали, то второй раз спокойно ты можешь так же поехать. Я думаю, что в жизни бывают разные обстоятельства. Я понимаю, но при всех любых обстоятельствах, у меня в жизни, знаешь, какие были обстоятельства? Абсолютно такие, в которых можно было напи***ться и поехать. Но я почему-то вот не делаю, не делал и не делаю, и делать не буду. Ну, потому что я святую бабки копать. Ну, как ты это связал? Ты хотел на эту тему просто поговорить, поэтому ты связал это? Да нет, я просто не понимаю наших действий. Ну как, ты говоришь не против, ты ничего не имеешь, а ты сейчас говоришь, не понимаешь наших действий. Я тогда тебя не пойму. Я ничего плохого тебе конкретно не сделал. Ты сам себе сделал это плохое, правильно? Ты же сам в этом виноват. Я тебя не сажал за руль, я тебе не наливал. Верно? Если это не так, то поправь меня.